Вітаю, шановні телеглядачі та гості нашої студії. В ефірі на ЕКО-ТВ розпочинається передача «Батьківські збори». І в ефірі з вами працює Олександра Касьян, учениця 4 класу Кловського ліцею, переможниця Чемпіонату світу зі східних танців, виконавиця авторських пісень, вихованка освітньо-творчого центру «Дженерейшн». Всім привіт! Рада проводити цей ефір разом з вами. Також хочу представити автора та телеведучу програми «Батьківські збори», ведучу «Ранкової кави» на ЕКО-ТВ та кіноактрису Анастасію Хлобанову. Так, всім привіт! Тема сьогоднішнього нашого ефіру – сексуальне виховання. Через декілька секунд представлю наших експертів, тому не перемикайтеся та будьте з нами. Ну що, друзі, ми починаємо. Чайдінова Людмила, мама прекрасних 2 дітей, бізнес-вумен у б'юті-індустрії. Доброго дня. Доброго дня, дуже приємно. Олексій Сагаловський, співак та шоумен року по версії міжнародного медіахолдингу Millennium. Ольга Ситнікова, психолог, мама прекрасного 24-річного синочка. Добрий день. І Дмитро Володимирський, сексолог та секс-коуч. Добрий день. Так, ну що, нагадую, сексуальне виховання дитини і основні запитання сьогоднішньої нашої передачі. Що думають українці про сексуальне виховання? Чому тема сексуального виховання така важлива? І як дітей правильно виховувати у цій темі? Думаю, що потрібно розпочати все ж таки з сюжету. Мами зазвичай говорять з нами про те, як варити борщ, каші і наскільки важливо бути достойною людиною. А про теми X наші батьки з нами говорять вкрай рідко. Звісно, тепер у нас є інтернет, тому ми можемо знаходити всі відповіді там, але часто не в правильній формі. Тому в Україні досі біда із сексуальним вихованням. Думки українців з цього приводу ми зібрали спеціально для ЕКО-ТВ. Ось як пояснити своїй юній дитині, що роблять хлопець і дівчина, коли опиняються в одному ліжку. І тут непроста задачка, як при цьому розказати про способи захисту під час такої зустрічі. У скільки років це ще не пізно? І взагалі, хто це має зробити, якщо не ми батьки? У світі використовується більше 20 видів контрацепції, і усі вони доступні в Україні. Але за статистикою до захищеного сексу в нас, здається, менша половина людей. Одна із причин в тому, що ми до сих пір не навчились говорити з нашими дітьми на тему, яка насправді є несороміцькою. Більше того, люди часто не розуміють та не знають, що сексуальне виховання – це не розповіді про процес інтимних стосунків, а загалом розмова про інтимну гігієну та про будову чоловічого і жіночого організму. В цей предмет входить все – від психології, сексології до фізіології, тільки чомусь старше покоління сприймається в штики. Спілкуючись з киянами та гостями міста, ми помітили, що всі вони стараються уникати слово «секс». Правда, про засоби контрацепції говорять спокійно. То хто ж все ж таки повинен навчити дітей сексуальній темі? Давайте розбиратись на батьківських зборах. Так, давайте розбиратися. І ви знаєте, перше запитання хочу, звісно, поставити моїй співведучій Олександрі. Олександра, скажи, будь ласка, з тобою вдома розмовляють на цю тему? Мама з татом зі мною розмовляють на ці теми. І з раннього віку пояснюють мені, звідки беруться діти та як потрібно доглядати за собою. Звісно, ці розмови викликають деякий сором, але батьки кажуть, що це все природньо і що на цю тему потрібно розмовляти. І я це розумію. І відразу запитання до вас, Дмитро. Скажіть, будь ласка, чому дійсно зараз в Києві та взагалі в Україні сексуальне виховання – це сороміцька тема? Як забрати цей міф и пояснить людям, что на эту тему потрібно розмовляти? Ну, к сожалению, это пока еще наша реальность, в которой мы живем. Это следствие тех столетий нашего патриархального государства, последствия, конечно же, 70 лет коммунистического строя, при котором этим темам абсолютно не придавалось никакого значения, и это считалось чем-то, может быть, даже в какой-то степени буржуазным, чуждым советскому образу мышления и жизни. Поэтому у нас еще как бы в обществе существует такой, знаете, шлейф отторжение этой тематики, потому что большинство носителей, большинство людей взрослого возраста, они выросли в той системе, при которой эти темы не поднимались. Поэтому сейчас очень важно плавно и очень грамотно, очень этично заходить в эту тему и начинать, по большому счету, только начинать в Украине грамотное, цивилизованное, европейское, демократичное сексуальное воспитание детей. Угу. Ольга, а скажіть, будь ласка, з точки зору психології, з якого віку почати потрібно розмовляти з дітьми на цю тему? Да, я сейчас отвечу на вопрос, еще хочу добавить. Вот тот майндсет, который образовался у нас вот в Украине, да, он очень сильно влияет только потому, что не было воспитания еще вот как раз-таки с двухлетнего возраста. Да, потому что деток уже мы дома начинаем приучать к сексуальному воспитанию, к половому воспитанию уже с 2 лет. Мы начинаем говорить о правилах трусиках, да, то есть это то, что твоего тела никто не имеет права касаться, кроме родителей и врачей при родителей. То есть ребенок уже с 2 лет, мы ему начинаем говорить о том, что твое тело – это твое тело. Это в дальнейшем послужит к тому, чтобы ребенок не оказался в руках насильников и педофилов. Вот такое вот маленькое уже начало. Ви знаєте, дуже багато людей вважають, що виховання сексуальне – це розповіді про процес. Давайте теж розвіємо цей міф. Ви можете по черзі сказати, що входить в тему сексуального виховання. Дмитро. В первую очередь, я всегда, когда ко мне приходят на консультации, родители спрашивают об этом, я говорю, что фундамент, базис сексуального воспитания – это отношение к своему телу, отношение к своему обнаженному телу, понимание аспектов физиологии, понимание реакций нашего организма, которые заложены нашей природой. То есть, в первую очередь, все, что связано с сексом, это те механизмы, которые работают, часто работают помимо нашего сознания. Поэтому с этим нужно научиться жить, с этим нужно научиться в какой-то степени работать, нужно осознавать, принимать все эти процессы, не стесняться их и понимать, что это естественная сфера нашей жизни. Да, а также еще могу добавить о том, что это также и психология воспитания отношений между мальчиками и девочками. Когда растет подросток, очень важно, чтобы он видел модель поведения семьи, как семья относится между друг другом, да, и он впитывает это. И поэтому тут еще воспитание, разговоры, отношения подростка с родителями. То есть мы еще воспитываем в половом воспитании взрослых мальчиков, которые становятся мужчинами, и также девочки, которые становятся счастливыми женщинами. Угу. Людмила, ви знаєте, і ось до вас запитання. Ви мама 2 дітей. Скажіть, будь ласка, як у вас проходить процес виховання в сексуальному плані? Ну, я хочу сказати, що ми зараз це покоління, яке виросло в піонерський час, так, і появились у нас діти, які вже на соціум настільки вирісли, що вони все доступна інформація в інтернет, взагалі кругом. І нам дуже важко, щоб не спортити саме, мені, наприклад, як мамі, дуже важко, щоб донести до дитини, що не все те, що пропагандує інтернет, є насправді дійсно, і є це сексуальні відносини, і є це восприйняття, що це так правильно, бути занадто розкутою чи занадто закритою. І я хочу сказати, що мені дуже важко, але мені пощастило з дочкою. У нас якось виходить з нею ця відкритість. У нас це, наприклад, я пам'ятаю, таке було з 10 років, коли я стала її там привчати до того. Ну, я не могла, наприклад, їй напряму сказати, що ти знаєш, там скоро в тебе почнуться якісь жіночі там критичні проблеми. І ми поступово підходили до цього, я її там просила, принеси, там, а що це таке, щоб вона сама зацікавилася в цьому і сама задавала ці питання. Тому що, може, ще такий нюанс, коли я була сама підлітком, мої батьки, мене моя мама, там, вони вважали це настільки постидним, що вона не пояснювала мені, наприклад, як, що, коли, ти не переживай, там. І я так настільки на своєму опиті хочу це перенести своїй дочці, своєму сину, що це в цьому все є норма. І батьки – це є перші друзі, які тобі підкажуть, допоможуть, що не треба стидатися, підходити, запитувати. Краще я поясню, чим ти почуєш якусь іскажену інформацію десь в соціумі від однолітків. І я би ще, знаєте, дуже б хотіла, щоб в школах, тому що тут психолог сказав, що це все залежить від сім'ї. Ну, наприклад, у нас в соціумі є неповноцінні сім'ї, є сім'ї, де неправильний приклад подають, де батьки можуть не бути авторитетом для своїх підлітків. Зараз це дуже багато розпоширено між дітками. І я хочу, щоб почуло Міністерство нацосвіти і ввели все-таки в школу, як правильно виховувати поведінку дітей, щоб хлопчики розуміли, щоб дівчатка чули, бути сексуально достойними, тому що зараз... Ви знаєте, я думаю, що ми розпочнемо, дамо такий старт невеликий, як правильно виховувати в цьому плані дітей. Але ось, Олексію, скажи, будь ласка, в тебе син 4 рочки. Чи вже розпочався процес виховання в цьому плані твоєї дитини? Ні. Честно, я не знаю. Я, наверное, я абсолютно согласен со своими коллегами, экспертами, присутствующими в этой студии. Тут особо, в общем-то, и добавить-то нечего. Абсолютно все правильно говорят. Ребята, я единственное хочу поднять проблематику, потому что мы все время говорим о каких-то частных формах. А если рассматривать эту проблему в общем, то получается, что у нас есть вилка. Вилка, информационная вилка, которую воспринимают наши дети. С одной стороны, они воспринимают огромное количество информации из интернета, наглой, грубой, сексуальной, агрессивной, я бы сказал, агрессивной сексуальности. А с другой стороны, в общем-то, родителям, всем в общем, не только мне, наверное, всем, особо нечего им противопоставить, кроме того, как рассказывать им о чувствах, там, о каких-то нюансах общения между мальчиком и девочкой. Несомненно. Просто я считаю, что мои коллеги абсолютно правильно сказали, что вся история сексуального воспитания детей, она должна быть введена в протоколы обучения детей на школьном уровне в зависимости от их взросления. Это должны разбираться специалисты, на каком этапе, на каком возрасте им нужно давать ту или иную информацию. То есть должны быть такие же алгоритмы обучения, как алгоритмы обучения математики или географии или истории. Мало того, то есть мне кажется, что и альтернативные какие-то источники обучения должны быть, потому что, исходя из примеров того, чему учат сейчас в школах, там что у нас сейчас, однополые там Маугли, да, или кто у нас там, принцесса влюбляется в принцессу. Ну, ребята, мы же так вымрем, как вид просто, нам же как-то размножаться все-таки надо. Причем желательно достойно нам размножаться, а не как попало. Поэтому пропаганда однополых браков или однополых связей. Там, ребята, ну любите этим заниматься, пожалуйста. Но мне кажется, что этому нельзя учить детей. Все-таки дети у нас должны быть, ну если я правильно, легитимно выражаю, то нормальными. Ну в этом смысле. Потому что иначе мы придем к черти чему. Такое мое мнение. И я не говорю сейчас о ребенке, но, во-первых, со своим ребенком об этом. Во-первых, мне кажется, что ему рано. 4 года, по-моему, он меньше всего думает о сексуальном восприятии окружающего мира. А во-вторых, если честно, я не знаю. Поэтому, дорогие мои друзья, я с удовольствием, такие как я, наверное, с удовольствием бы сидели бы на ваших сайтах, смотрели бы ваши какие-то онлайн-программы или просто приходили бы и с вами бы общались. Поэтому то, что вы делаете, это прекрасно, это нужно. Но я считаю, что это нужно делать не только в частном порядке, а это нужно ввести государственную систему образования детей. Я згідна. Відразу хочеться запитати мою співведучу. Сашенька, скажи, будь ласка, у вас в класі ведуться розмови на ці теми? Так, звісно. Нам цікаво про це розмовляти. Я говорю моїм однокласникам та однокласницям те, що я взнала від батьків, а вони говорять, що вони взнали від інтернету. Але я вважаю, що це неправильно, адже батьки повинні пояснювати дитині про все це. Дитині розповідати. І ось дійсно, скільки інформації в інтернеті неправдивої. Давайте розвінчаємо її зараз тут в ефірі. З чого взагалі почати батькам для того, щоб розпочати сексуальне виховання своєї дитини? Дмитро. У меня немножечко другое мнение, и я всегда говорю об этом. Первоначально сексуальное воспитание ребенка должно обязательно присутствовать в семье. Объясню сейчас свою позицию, почему. Потому что школа, во-первых, это с 7-8 лет. Это как минимум. Во-вторых, тут, знаете, здесь вопрос даже не в сексуальном воспитании, а в первую очередь в сохранении доверия и в сохранении авторитета родителя в глазах ребенка. То есть, если ребенок приходит к родителю в любом возрасте или с каким-то вопросом, или родители начинают замечать, что ребенка что-то интересует, и ребенок в результате какого-то заданного вопроса, какого-то действия, скрытого или открытого, не получает от родителей нужную ему информацию на тот период его сексуального развития, потому что сексуальное развитие начинается по большому счету еще со времени беременности, по современным исследованиям ученых, то ребенок начинает терять доверие у своих родителей. То есть малыш к вам пришел, задал какой-то вопрос, он услышал в ответ: «Ты еще маленький», или получил подзатыльник, или сказал: «Ты об этом узнаешь попозже». Что происходит в этот момент? Вы понимаете, что ребенок, на этом его интерес не остановится. Этот ребенок в любом случае, если он имеет этот интерес, он пойдет удовлетворять свой интерес к другому источнику. И, к сожалению, скорее всего, это будут или ровесники, вполне возможно, что это будут ровесники с не самых здоровых, скажем так, в психологическом плане семей, и ваш ребенок может получить ту информацию, которая вам бы однозначно не хотелось. Поэтому, когда всегда стоит вопрос у родителей, точнее, при сексуальном воспитании детей, где бы вы хотели, чтобы ваш ребенок получил информацию? От самых любящих, от самых близких людей или в подворотне, ну, я всегда так говорю, в подворотне или в интернете, то я думаю, что ответ здесь однозначно на поверхности. Поэтому однозначно, если родители хотят, чтобы ребенок максимально гармонично, комфортно вошел в свою взрослую жизнь, в дальнейшую, там, 14, 16, 18 лет, кто-то, может быть, чуть раньше, то изначально родители должны быть для него самым большим авторитетом, которые дадут ответы на абсолютно все вопросы. Поэтому очень важно, это я уже сейчас сразу добавлю, может быть, следующий вопрос, что в первую очередь нужно сейчас также заботиться государству о воспитании родителей в сексуальном плане, чтобы они умели и знали, как на каком-то элементарном базовом уровне давать эту информацию детям. Угу. Напомни это, пожалуйста. Да, вот я считаю, что это должен быть такой комплексный подход. И школа, и родители. В школе, ну, знаете, школа еще на самом деле, давайте правду смотреть, она не готова еще преподавать такие деликатные предметы. А если вдруг выйдет такой закон, да, то это должно быть такое, знаете, глобальная подготовка кадров, и психолог, и медицина, то есть чтобы врачи также участвовали, потому что это не только разговор о сексе, это и разговор о теле, как оно как состоит, чтобы мальчик знал, как он начинает трансформироваться в мужчину, девочка. Это и об отношениях, это и психологи, да, то есть это такой комплексный подход к школе. Но еще выбор кадров должен быть настолько тонким, чтобы они были дружелюбные к детям, с чувством юмора, чтобы это были профессионалы. Не так взяли педагога и переделали. Да? Это должен быть человек еще, скажем так, с такими душевными качествами, подхода к индивидуальному подходу к каждому ребенку. И тогда уже, еще добавлю все-таки, родители, да, они должны еще, ну как, участвовать в этом. Если родитель не будет участвовать, а все спихивать на школу, не будет вот этого доверительного, да, отношения между родителями и детьми. Они потеряют это, и когда уже придет время, 16 лет, и что-то, не дай бог, ну, может, раньше, произойдет с ребенком, она не пойдет или он не пойдет, не расскажет своему родителю, что-то с ним произошло. О факте насилия им будет стыдно, потому что эта тема была закрыта, и вот этот стыд, который изначально формируется в ребенке, да, в родительском, да, он может быть вырасти до такой степени, что отношения потеряются, и ребенок будет носить в себе этот стыд, и в нем будут формироваться вот эти негативные чувства, негативный взгляд, мышление вообще на мир и на отношения между мальчиком и девочкой. То есть это очень глубокие такие, скажем так, глубокий подход, который необходимо вместе со всеми. Вот, ну, родители начинают это делать еще до школы. Школа — это уже поздно. Угу. А можна, вибачте, можна питання до психолога? А скажіть, будь ласка, от як батьки мають відчути оцю грань между, щоб не перебільшити свої можливості пояснювання в сексуальному розвитку. Як зрозуміти, що дитина готова, вже вроді вік підходить, і зрозуміти, що вона готова до цього почути нову інформацію, щоб не перенаситити її, і знаєте, щоб в голові там не пройшов взрив, боже, що мені мама говорить, якусь незрозумілі речі. Оце важливо, щоб не перебільшити і не запізнитися. І що ви скажете? Ну, в первую очередь, ребенок сам об этом говорит, он задает вопросы. И уже он в 2-3-4 года он может подходить и спрашивать, мама, откуда я взялся? Там, То есть эти вопросы, они у всех возникают. И вот вы должны быть, как родитель, уже готовы отвечать на этот вопрос. Изначально все идет с семьи и от вас. Я вам рекомендую это просто начинать изучать психологию, построение вот именно в таком маленьком возрасте. Вот взять книжку, почитать с ним. И когда... Если вы сами не можете, если не вы готовы, есть книжки, очень даже доступные, там, от 3-летнего возраста и выше, как формируется, как правильно поднести ребенку, преподнести это, как начать разговаривать с ним. Все в книжечках вы открываете, и там написано. Вы не можете сами, просто читаете. Ну, наприклад, я це, там, до определенного віку своєї дочки, я це все і преподносила, все правильно, так як ви кажете, це все відбувалось, вона задавала питання, я вже заготовлювала відповідь. І це все нормально, якби ми розвивались. Але ось зараз їм 13-14 років, і мене іменно оця грань турбує, тому що вони занадто мають доступ до інформації інтернету і дивляться на своїх однолітків. І дуже занадто вони закриваються зараз. І коли ти хочеш нав'язати якусь, визвати на розмову, щоб поговорити про це, вона, щоб не закрилась повністю дитина, а щоб іще більше розкрити її в собі, щоб вона задавала питання, що її цікавить, там, щоб не почути це від когось. Я отут мене беспокоит, скорее всего, как мама. Вы ребенка не заставите, не нужно подходить с вашими вопросами, которые интересуют вас. Если ребенок задаст вопрос, отвечать. Если он не задает вам вопрос, не нужно туда лезть. Вам, если есть какая-то глубокая проблема, лучше прийти к психологу и начать с вас, внутри работать, что у вас. Я же не знаю конкретно, что именно. Но ребенку лучше не задавать вопросы, которые интересуют вас. Что нужно уметь слышать, что он хочет. Ну, то есть самому не лізти на рожон, дитина пришла, запитала, ты почитала, відповіла. А вы говорите, уже возраст 13-14 лет, возможно, что-то было уже раньше упущено. В таком возрасте, как правило, они уже знают, откуда дети рождаются, и они уже все и так знают. Я как Александра буду, она так сидит, и когда она говорит, она встает, знаете, это как-то очень, вот батьківські збори такие, знаете, там... Дорогие учителя, знаете, так хочется как-то... Слушайте, у меня, ребята, к вам вот такой вот вопрос. Я уж стоя. Малому 4 года, частная форма, потом, если что, вырежете меня. Та не треба вирізати, тільки сядь, будь ласка. Не хочу, я, может, хочу постоять. Ну, в тебе крупный план так, чтобы ты... Хорошо. Вот, 4 года. Про секс, естественно, ну какого ребенка в 4 года секс? У него щенячий патруль и этот, Спайдермен. Да. Но там, предположим, мы купаемся, он, переодеваем его, он становится перед зеркалом, растопыривается и говорит, смотри, какая у меня смешная писька. Вот это что? Это сексуальный, типа, вопрос? Или это просто там отшутиться от этого дела и все? Ну, типа, классное у тебя. Что делать? Это абсолютно адекватное поведение ребенка. Ребенка, который растет, который изучает свое тело и... Смотрите, вот очень большое спасибо, что вы задали этот вопрос именно сейчас. Есть большая... Такое ошибочное такое мнение у большинства родителей и в нашей стране, и вообще в мире, что ребенок с детства может быть травмирован, допустим, обнаженным телом. А родители почему-то всегда часто думают, что если ребенок, я очень часто это слышу на консультациях, слышу на разных программах, что если ребенок маленький увидел обнаженное тело, особенно если это тело противоположного пола, сын увидел маму, допустим, или дочка увидела папу, то у него будет какой-то травматический тяжелый шок. На самом деле ничего этого и близко не происходит, потому что ребенок находится в процессе развития, он познает этот мир, он еще не знает об этом. Это родители, как правило, привыкли на своих страхах вкладывать себе, в первую очередь, в голову, друг другу, бабушкам, дедушкам или бабушке, родителям, что ребенок, если увидел обнаженное тело, у него будет какая-то катастрофа в голове. Он еще не знает об этом абсолютно ничего. Это процесс познания мира. Это абсолютно адекватно. И тот пример, который вы привели, это вполне нормальное поведение ребенка. Я даже так скажу, что лучше пусть он ведет себя так, чем если бы он уже был запрограммирован какими-то, может быть, или ровесниками, даже в таком возрасте, где-то в каком-то словесном контакте что-то плохое услышал, или, не дай бог, родителями, или бабушками, дедушками. Это абсолютно адекватное поведение ребенка. Это свободный, открытый малыш, который растет без запретов. Ну, в общем-то, да. Причем я вам хочу сказать, что, гордясь тем, что мы с ним мужчины, в общем-то, это абсолютно не с моей подачи, это у него такое в мыслях возникло. То есть, когда он видит, там, предположим, я с ним принимаю душ какой-то, да, он говорит красиво, а у девочек все это смешное. Вот, оно вот как-то, да. У девочек как-то не так, и все очень смешно. Да. В общем-то, я хотел сказать еще по поводу вот этого воспитания детского, о том, что обязательно ребенок должен доверять тому человеку, да, с которым он разговаривает. Самое потому главное. Что вот это в противовес школьному обучению, потому что, как правило, очень скептично дети воспринимают учителей, особенно сейчас. Объясню почему. Вот я работаю очень много с детками там, на «Голосе Краины», там, на всевозможных фестивалях, и вот по песням. Им всем нравятся песни там «Аля Корж», «Моргенштерн», «Мат», «Перемат», все друг друга, в общем-то, да, куда только можно. Такое, да. Да, да. Им это очень нравится. Мало того, это в тренде. То есть они, когда слушают или поют что-то типа этого, им кажется, что они крутые, они повышают собственную как бы самооценку в глазах своих. Быстрее взрослеют. Да, плюс это же поднятие самооценки, статусность в том социуме, в котором они, конечно, в котором они присутствуют. С другой стороны, если им предлагаешь песню о каких-то там высоких чувствах, ну, мы убрали там детские всякие побрякушки, игрушки, песни, отставили их в сторону, потому что они не по теме, да? Если там девочка, вот ей там уже там 12-13 лет, и она хочет песню про любовь. И там какие-то вот слова, там глубокое чувство, там еще что-то. Ребята, ну мы прекрасно понимаем, что для 12-летней девочки само словосочетание «глубокое чувство», наверное, но она может его там ассоциировать, я не знаю, с зубной болью, например, да, или там, не знаю, живот у нее заболел, или ногу подвернула. Вот это для нее глубокое чувство. Поэтому обязательно должны быть люди, родители, или это какие-то доверенные люди, психологи, опять же, которым ребенок доверяет. До тех пор, пока ребенок не начал ассоциировать вот такие вот словосочетания: глубокое чувство, любовь, отданность, верность, вот эти все, которым мы оперируем, взрослые люди, понимая, какие у нас эмоции и переживания стоят за этими словами, мы говорим это детям, у которых нет этого ассоциативного ряда. И вот до тех пор, пока у них не появится собственный ассоциативный ряд, связанный с их жизненным опытом, они должны верить тому человеку, который доносит до них эту информацию. И это очень важно. Иначе это все будет не за, а вопреки. Они будут поступать просто за счет своего детского бунтарства, будут поступать совершенно против. И Моргенштерн, в общем-то, forever. Ви знаєте, ви мене надихнули на таке запитання Олександрі. Олександра, скажи, будь ласка, можеш сидіти? Ні, хай сидить дитина. Як ти вважаєш, чи потрібен... Збиваєш мене. Чи потрібен предмет сексуального виховання в школах? Ну, взагалі, в світі за сексуальне виховання 80% батьків. І як дитина я входжу в ці 80%. І я за те, щоб в школі був такий предмет виховання. Ну, це, мабуть, тобі мама допомагає зрозуміти, наскільки це важливо, так? Адже тоді нам будуть все на професійному рівні пояснювати, всі нюанси. Але чомусь у нас такого предмету немає. І, чесно, я не розумію, чому. Я теж не розумію. І ви знаєте, я думаю, що зараз підійшов той момент, коли ми можемо послухати ще одну експерта, навіть не одну, а 4. Ми зняли відео таких з різних куточків України, жінок, що вони думають про сексуальне виховання, і я пропоную нам послухати. Доброго дня, мене звати Лукашонок Наталья Васильевна. Я мама 2 чудесних діток, донечки, якій скоро буде 14 років, а також синочку, якому буде 5. Отже, тема сексуального виховання. Чи потрібен цей предмет в школі? Однозначно так, я скажу так. Я ні в якому випадку не перекладаю відповідальність розмови батьків з дітьми на вчителя чи на викладача, але сексуальне виховання в тому плані є виховання, що виховуємо дітей ми з вами, ми батьки, а вчителі мають навчити. Проте цей предмет обов'язково потрібно вводити в школу, тому що вважаю, що спеціально навчені люди зможуть більш толерантно, більш м'яко пояснити терміни, процеси, і тому я вважаю, що цей предмет обов'язково повинен бути в школі. Як правильно виховувати дітей в цьому питанні? Ну, тут немає, напевно, єдиного вірного рішення. В першу чергу розмовляти. Чим раніше ви починаєте пояснювати елементарні правила гігієни, правила догляду за собою, тим легше їм буде пізніше. В них не виникатимуть якісь питання, з якими вони будуть стидатися йти до мами, до тата. Це є певний такий пласт довіри, який формується від початків. Є прекрасна книжка «Звідки я знайшовся», вона, правда, зникла з полиць, де класно проілюстровано, не так нагло там цей, але дуже гарно описана історія. І думаю, для діток, яких наступає вік, чому, звідки, як, там з 3, там з 5, це прекрасна книжка, яку ви можете втрьох почитати разом і отримати якесь певне задоволення, відповідаючи на запитання діток. Отже, чим раніше, тим краще. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Добрый день, я Чебаненко Виктория Сергеевна, врач-акушер-гинеколог и врач народной нетрадиционной медицины. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до сексуального виховання і чи вважаєте потрібним ввести цей предмет як обов'язковий шкільну програму? Как акушер-гинеколог скажу, что обязательно нужно детям рассказывать о половом развитии, о сексуальной жизни, так как дети это все узнают и с улицы. И переводит это все в раннее развитие половых актов, не зная, что это. Знают с улицы, но не знают это более детально. То есть рассказывать о методах контрацепции, как же девочкам и мальчикам, о менструальных днях и чем пользоваться. Это обязательно на каждом предмете, то есть которому о здоровье, охрана здоровья, желательно об этом говорить. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, те, що з нами не спілкувалися батьки про сексуальне виховання, правильно чи ні? Я вважаю, що потрібно було говорити на цю тему, так як дуже багато у дітей комплексів, дуже багато скритих якихось восприятий о половой жизни, искаженных, некоторых на психику травмированных. Поэтому это нужно говорить, так как дети должны полноценно развиваться. Угу. А с вами разговаривали? Конечно. Я каждый раз, когда мне на приеме пациентки молодые, поэтому я с ними общаюсь на эту тему. Угу. Доброго дня, представьтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Катя. Угу. Скажіть, будь ласка, чи спілкувалися з вами батьки про сексуальне виховання? На жаль, не спілкувались, і мені здається, в наш час більшість батьків на це не звертали увагу, хоча потрібно було б, тому що вся інформація надходила від старших друзів, знайомих, і найчастіше така не досить достовірною була, тому мені здається, що саме батьки мають про це розмовляти зі своїми дітьми. Угу. А скажіть, як ви вважаєте, чи потрібне сексуальне виховання як основний із предметів в шкільну програму? Так, або ось такий варіант взагалі було б круто, щоб це був як предмет в школі, щоб це вивчалось всіма дітьми, щоб це було як розуміння, як норма, щоб цього не соромились, а могли відверто про це розмовляти. І мені здається, це багато помилок, які допускають, в майбутньому виправить. Дякую. Добрий день, представтесь, будь ласка. Добрий день, мене звати Олена. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до сексуального виховання? Я відношусь до цього позитивно. Враховуючи те, що батьки зі мною не говорили про сексуальне виховання, мені б дуже б хотілося від них почути якихось настанов, правил, але цього не було. І в школі в нас також не було такого предмету, ми просто з однокласниками обговорювали це на перервах, хто що де чув, бачив, і все. В університеті так само у нас немає предмету як сексуальне виховання, але хотілося, щоб хтось десь, якийсь спеціаліст, експерт розказав про правила захисту від венеричних хвороб та багато інших деталей, які має знати кожен. Добрий. Так, і відразу ще одне запитання моїй співведучій. Олександро, скажи, будь ласка, якщо говорити про цей предмет, якого в нас чомусь немає в школах, що може привести незнання деяких нюансів в подальшому житті? Як мінімум, всі ми повинні розуміти будову чоловічого та жіночого організму. Також про інфекційні захворювання, які зараз ходять дуже часто. І так, як батьки мені це все розповідають, я інколи ділюсь цим з однокласниками та однокласницями, з якими я дружу. А давайте ми зараз представимо таку ідеальну схему. Ми тут сіли і зараз розпочнемо таке сексуальне виховання, предмет. Як ви вважаєте, от від кожного мені цікава думка, з чого потрібно почати цей предмет? Ось є він в шкільній програмі. З чого ми би його почали? Дмитро, починайте. Ну, я уже говорил об этом. Это принятие своего тела, это фундамент. Это и взрослых сексуальных отношений, и, само собой, в подростковом возрасте, в детском возрасте. И, конечно же, реакции тела, функционирование половых органов, предназначение половых органов и психологический аспект того, что это такая же часть нашей жизни, как и все остальное, как отдых, как спорт, как сон, как еда, как общение и все остальное. То есть это та часть нашей жизни, которая должна занимать такое же место в нашей жизни, и мы также имеем право знать о ней все, изучать этот вопрос. В конце концов, знаете, я всегда говорю, все люди на планете появились в результате оргазма. Как можно не изучать вопрос, процесс, явление, событие, в результате которого существует вся эта цивилизация, начиная с любых маленьких животных, растений и тому подобное. Это то, в результате чего мы произошли на свет. Ну, это основополагающие вещи, поэтому вот так вот. Ольга? Я бы добавила, да, врачей, то, что я уже говорила ранее, да, то, чтобы врачи преподносили правильно, когда тело внутри функционирует, что происходит, да, то есть это вот, чтобы врачи приходили, да, и тоже предмет такой вот мальчикам, девочкам преподносили. Психология отношений между мальчиками и девочками, как, что такое эмоции, да, потому что многие даже взрослые уже детки 40 лет не знают о своих эмоциях, они не понимают свои чувства, да, то есть начинать уже с игр, какие есть психологические игры, играть с детками, то есть игры, которые развивают, да, ну, есть уже, на самом деле, в частных садиках и школах уже есть некоторые предметы психологии, где с детками занимаются психологи. И я смотрю, что эти дети намного развитее, они намного общительнее, эти дети знают об отношениях между родителями, мальчиками, они более воспитанные, даже меньше курят уже в более взрослом возрасте. И, ну, эта практика показывает, даже вот если взять Швецию, да, у них, когда пошла такая проблема, начали аборты делать 15-16 лет, то они уже ввели в школьную программу, и ихняя практика показывает, не только Швеции, но они начинали, стартовали, страна это, меньше стало абортов, меньше стали, так сказать, прыгать в сексуальные отношения, потому что уже даже с 13 лет уже у нас тенденция показывает, что да, детки в 13 лет уже начинают заниматься сексом. А вы, как батьки, що ви хотіли бачити в цьому предметі і чи взагалі хотіли б бачити цей предмет в шкільній програмі? Ну, я вже, так як казала, так, я дуже хочу, але я ще, так знаєте, закрадуюся, чи потрібно цей предмет приводити разом з другим полом чоловічим, наприклад, чи це, наприклад, роз'єднувати хлопчиків і дівчаток, тому що коли вони разом, вони починають стидатися один одного, закриватися, комплексувати. І це теж дуже важливо, наприклад, як для мене, для дівчинки, я б себе закривала, наприклад, перед хлопчиком, почути якусь інтимну інформацію, тому що все-таки моє тіло – це як моя зона комфорту, моя інтимність. І мені б це, і ще б я дуже б хотіла, щоб дійсно, от як кажуть психологи, все-таки батьки є авторитетом для своїх дітей. От якщо ви з дитинства привчаєте дитину, і вона дивиться, ви там, наприклад, привчаєте її кожен ранок і вечір приймати душ, чистити зубки, там, і все-все-все, і вона це робить, повторюючи на вас. Але якщо ви є для неї авторитетом, якщо вона вам настільки довіряє, як собі, хоче там вас наслідувати. Ну, от мене отак, от я бачу цей предмет. Олексій. Ну, во-первых, опять же, все правы. Меня всегда... Мне даете слово четвертому, все говорят правильно. И я наразі почну с вас. Возражать вообще-то было бы глупо, потому что все абсолютно правы. Но мне кажется так. То, что касается медицинских аспектов и того, что будут стесняться мальчики, девочки, наоборот, несомненно, да, поэтому, скорее всего, лучше, да, правда, их разделять. Я так думаю. Но помимо этого есть еще психологические аспекты, где они должны быть вместе. И мне кажется, что обязательно должно быть изучение вот психологических аспектов причинно-следственной связи. Девочки должны понимать, почему мальчики заглядывают к ним под юбки или дергают их за волосы. Мальчики должны понимать, почему девочка на него фыркает. На самом деле она хочет привлечь его внимание и начать с ним встречаться, например. То есть вот какие-то такие моменты оговаривать. Психологии, вот такой вот причинно-следственной, да, связи и иронии. Мы говорим, мы очень серьезные люди, мы крайне серьезные люди, и вообще о сексе говорят люди исключительно серьезными выражениями лиц. Ребята, существует в мире такое количество производных от наших обычных сексуальных отношений, там, начиная от дикпиков и заканчивая всем остальным, что обязательно... Вы знаете, о чем я говорю? Я только недавно узнал это слово, я честно признаюсь. Вы знаете? Вы знаете? Расскажите. Короче, это когда фотографируешь свои... лучшие части тела, да, и отсылаешь это, в общем-то, тем мальчикам, девочкам, которые, в общем-то, тебе нравятся. Да, ребят, на самом деле это, оказывается, я этого не знал, оказывается, это мировая там история, существуют даже галереи вот этих фотографий, существуют художники, которые берут ваши лучшие части тела в фотошопе, их обрабатывают. Ну, скажите, вибачте, ну, як, це не збочення, наприклад, ну, для мене це... людям нравится ничего, наверное, ничего не збочення, если людям это нравится и не приносит горе, вообще-то, всем окружающим. Люди хотят этим заниматься, ради бога, пусть занимаются. Вопрос, да, точно так же, как гей-пары, например, збочення, не збочення, бог его знает, им так нравится, ну, что мы тут будем думать? Мы не такие, они такие. Хорошо это, плохо ли, кто нам дал право судить, правильно, по сути дела. Им это нравится. Не об этом речь. А речь о том, что ко многим вот таким вот нюансам имеет смысл подходить иронично, саркастично и учить их смеяться над этим. И относиться снисходительно к тем людям, которые это делают. Например, если у меня было достаточное количество девочек молоденьких, которые получали вот эти фотографии, и все, они начинали бегать, то есть у них все, у них крыша едет, все, они уже нормально к мужскому, извините, половому органу, они уже не могут относиться, потому что им, когда ей было там 10 или 12 лет, ей прислали вот эту фигню, она посмотрела, у нее волосы встали дыбом, и все, это психологическая травма. Если бы она могла бы к этому отнестись иронично, если она могла бы внутренне пожалеть того человека, который, в общем-то, ей это прислал, внутренне понимая, что просто у него не хватает смелости прийти к ней, условно говоря, признаться ей в симпатии или прислать ей на аватарку букетик цветов, условно говоря. Если они начнут понимать друг друга и понимать, почему они делают те или иные вещи, из которых половина явные глупости, и оценивать себя, в общем-то, в этой среде так же иронично и анализировать свое поведение в этой среде, тогда мы лишимся огромного количества проблем, связанных с этим. Я з вами согласна, так, це я. Відразу в мене є до вас запитання. Скажіть, будь ласка, з вами в дитинстві розмовляли про сексуальне виховання? І якщо не розмовляли, чи розмовляли, як це повпливало на ваше подальше життя? Со мною? Ні. Ніхто со мною ніколи не розмовляв, і для мене це був совершенно запретний плод до определенного какого-то возраста, при тому, що я достатньо рано, в общем-то, почав этим займатися в совєтські времена. Но це була абсолютно моя лична ініціатива. Мені ніхто не розмовляв, я... Хочу вам сказать, что класса, наверное, до 5-го или до 6-го я ломал голову, как у девочек, там вдоль или поперек. Мне было очень интересно. Расположено. А если бы разговаривали, как думаете, как бы изменилось ваше життя? И чи изменилось вообще? Не знаю. Ну, некому было вообще-то разговаривать. Я был воспитан без отца, я был воспитан мамой. Советское время, достаточно пуританские, в общем-то, нравы, с одной стороны. А с другой стороны, не было вот той самой агрессивной информации, о которой мы говорили в начале нашей программы, то есть всех этих навязанных нам там порно-сайтов, которые вылазят через каждый там второй клик, сайтов знакомств и же с ними. То есть всего этого не было с одной стороны, а с другой стороны не было сексуального воспитания. Поэтому, в общем-то, у кого как получилось, тот так и самовоспитался. Угу. Так же? Да, это точно. Да, я підтримую, тому що, так як ми говорили, так, що не було у нас, ми зараз таке покоління, яке виховує дітей, має виховати сексуальну вихованість, які самі не виховувались у своїх батьків сексуально. Тому що наші батьки, ну, наприклад, мої батьки, вони були загружені настільки там роботою, щоб ми були накормлені, одягнуті. Вони нам віддавали кучу там настроїв сім'ї, і вони нам віддавали кучу програми, роботи, щоб ми навіть не задумувались над цим. А потім уже з часом десь ми чули це від однолітків, десь там на дискотеці, на чомусь, і вже самі починали собі щось фантазувати, придумувати. Там... Настя, я вспомнил, оказывается, была какая-то информация, которую мне когда-то говорила мама, когда я был маленький. Она мне говорила, что дети рождаются, когда люди друг друга любят и целуются. Так вот, я уже занимался сексом, будучи молоденьким, маленьким Сагаловским, но я не целовался еще года 2 или 3, я боялся, что она забеременеет. Вот самое это и попливало, бачишь? Да. Вы знаете, пришел час для еще одного нашего сюжета, и, до речі, в ньому є декілька питань, які ми з вами обговоримо, і мені буде цікаво, згідні ви з ним чи ні. Сашенька, розказуй. За введення ікс-освіти в школах понад 80% батьків, як я вже говорила. Але Міністерство освіти не може ввести сексуальне виховання як обов'язковий предмет, адже до сих пір приходять скарги від незадоволених батьків з проханням не відвідувати такі заняття. Чому таке виховання вкрай важливе і його треба вивчати ще з молодших класів? Дивимось далі у сюжеті. Увага на екран. 13-14 років. За статистикою, середній вік, коли українські діти починають жити статевим життям. Хоча за шкільною програмою в цьому віці діти тільки починають вивчати анатомію людини. Так сексологи діляться. Говорити з дітьми, особливо з дівчатками, про сексуальне виховання в 15 років – це вже дуже пізно. Кажуть, більшість батьків навіть не догадуються, що це виховання не має нічого спільного із описом статевого акту. А інтимне виховання повинне починатися із 3 років. Також хочемо зазначити, що правильне сексуальне виховання може вберегти дитину від насилля. Психологи кажуть, що батьки в темі ікс роблять дуже багато помилок. Ось, наприклад, дитину з 3 років вже не радять цілувати в губи, а при розмовах варто називати статеві органи своїми іменами, навчити дитину правильній інтимній гігієні і розуміти важливість гігієн в особливих місцях. Які ще помилки роблять батьки у цьому вихованні та як краще обговорити цю тему? Давайте розбиратись в наших батьківських зборах. Ось, Олексію, ти такий не один, коли цілуєш в губи і народжуються діти. У мене питання до вас, експерти, на рахунок, які реально ще є помилки. Ось ми можемо сказати щось дитині, навіть не замислюючись, а потім в майбутньому це буде сильно впливати. Давайте розвінчаємо це зараз у нас в ефірі. Я вам даже больше скажу. Вы меня, конечно, простите, но у меня 4-летний сын. И что бы ни сказали сейчас психологи, но перестать целовать его в губы я не смогу физически. Я думаю, что тут со мной согласятся, наверное, 100% родителей. У мене 7 років синові, мені так хочеться його потіскати, поки ще він не переріс такого вже, знаєте, підлітка. Мені так хочеться його щічки ще так, і він, мамочка, я тебе так люблю, потіскати, ці тілесні, він дуже любить обнімасики всякі. Это дуже... И как эту грань не перейти, я не знаю. Так какие ошибки все-таки? Действительно, расскажите. Вот я хочу как раз сразу поддержать вас, обоих родителей, и вот, заверить однозначно, тем более я занимаюсь многие годы и тантрой, и биоэнергетикой, о том, что тактильность – это один из самых важных аспектов в начальном воспитании, сексуальном воспитании ребенка, который будет очень хорошо, позитивно влиять на его дальнейшую сексуальную жизнь. Потому что у нас огромное количество семей, вот в славянском мире, не будем говорить там за весь мир, но у нас огромное количество славянских семей, в которых те же обнимашки, поцелуи и любое тактильное взаимодействие многими родителями считается как что-то запретное. И И поэтому, знаете, а потом часто девчонки приходят на консультации, спрашивают, а где мне найти доброго, нежного? У всех запрос, правильно? Все хотят же, само собой, богатого, сильного, накачанного, красивого, но, с другой стороны, все молодые девчонки хотят выйти замуж за нежного, чуткого и внимательного в сексе. Вопрос, откуда возьмутся такие мужчины, если у нас, особенно по отношению к мальчикам, вот вы абсолютно верно говорите, я вас полностью поддерживаю, если у нас, особенно по отношению к мальчикам, в семьях существует с раннего возраста запрет на какую-то тактильность и душевную какую-то коммуникацию. Поэтому я близость и теплоту, то есть это же не несет, наверное, это же не несет никакой сексуальный подтекст, абсолютно. Правда? Ну вот и я. Абсолютно, до определенного возраста абсолютно. Пока мы еще маленькие. 12-14 лет, в зависимости от того, от уже реального этапа сексуального взросления подростка. У меня еще лет 10 есть. Ось, а от я вам ще хочу питання задати. Ось в мене дочка і папа, так, от їй вже 13, і як вона вже сформувалася там достатньо, так, да? Як йому проявляти оці тілесні свої, ну, щоб не показатися, свою, да, йому, бо він, наприклад, він і хоче її обняти, але щоб не злякати там її, бо в них же ж зараз фантазія там дуже ж розвинута в 14-13 років. И вот как папе надали проявляться свои нижние телесные? Мы уже сегодня говорили, коллега моя говорила, здесь тоже абсолютно поддержу, и в тактильной сфере абсолютно так же. Здесь надо реагировать на поведение ребенка. Навязываться ни в коем случае нельзя, но и с другой стороны я вам хочу сказать, что в 13-14 лет уже, конечно, поздновато что-то менять. То есть мы возвращаемся к самому началу нашего разговора о том, что родители изначально с рождения ребенка должны чутко отслеживать его сферы интереса, его вопросы, которые появились или еще не появились, в том числе телесные возможности коммуникаций, и исходить из того, что у ребенка на данный момент есть среди запросов. А в возрасте 13-14 лет стараться вклиниться в сексуальное воспитание, особенно если это противоположного пола, ну, родитель и ребенок, то, конечно, здесь уже надо очень осторожно и очень чутко подходить для того, чтобы это не было давления родителей. Він навіть не хоче вклинитись, він просто хоче її приобняти, присісти. Там, однозначно смотреть на реакцию ребенка, однозначно, как в коммуникациях словесных, также и в телесных коммуникациях, только таким образом. И, само собой, мы опять возвращаемся снова и снова. Быть другом, быть авторитетом. Когда родитель является авторитетом для ребенка, как можно дольше продлить временной этот диапазон, в котором родитель является авторитетом. Потому что когда мы рожаем детей, или когда мы являемся детьми, наши родители для нас, по большому счету, являются богами. Вот вы вдумайтесь в то, о чем мы сейчас говорим. Лет до 5-6 по умолчанию все родители для каждого ребенка, даже если родители, не дай бог, там папа алкоголик или что-то еще, в любом случае этот ребенок — это еще маленький несформировавшийся человек, личность, которая еще очень мало в жизни это понимает. И для него вот эти две персоны являются богами в прямом смысле этого слова. И самое важное — предназначение родителей, здесь мы не только говорим про сексуальное воспитание, а вообще про все воспитание ребенка, как можно на более долгий срок, в идеале, конечно, на всю жизнь, оставаться для ребенка вот этим вот, ну, уже не богом, но самым близким другом, к которому он может прийти, поделиться любыми вопросами, задать любые вопросы. Это и сексуальное воспитание, это финансы, важнейший тоже вопрос, ну, уже для взрослого человека, и все остальные виды коммуникации с окружающим миром. Поэтому важнейший этот аспект — оставаться авторитетом и другом. Дякую. Да, у меня такое ощущение, что мы являемся рабами нашего ребенка, а не богами. Ну, мы же принимаем решение их привести в этот мир. Они нас не просили об этом, об этом тоже надо помнить. Мы за них отвечаем, потому что мы решили. Да, я прошу прощения, я просто вот по теме такой же. А скажите вот как-нибудь, ко мне приходит там большое количество там девочек в подростковом возрасте, да, ну, назовем это там 14, там, вилку возьмем, сколько? 16, ну, предположим, да? Все хотят стоять на сцене, все амбициозные певицы, все Бритни Спирс, там, прости господи, или кто-нибудь еще, Бейонсе, да? И, естественно, они хотят быть очень провокационными. Эта провокация выражается во всем. В одежде, в манере поведения, в текстах песен. Ну, музыка, как правило, шаблонная, это такое дело, да? Скажите мне, пожалуйста, вот как мне быть? Мне помогать им создавать их провокацию? Понятно, что для них провокация чисто теоретическая в их возрасте пока, ну, в основном. Либо же мне, наоборот, их тормозить и говорить, типа, все ты успеешь, все у тебя будет. Смотрите, отвечу так. Основная задача и родителей, и воспитателей, и старших товарищей, в любом случае, по отношению к детям, это давать, просто давать информацию. Одну сторону показывать и вторую сторону показывать. А то, о чем вы говорите, это, естественно, тенденция, которая существует в нашем современном мире. От этого никуда не денешься. Каждое новое поколение, оно развивается по-своему. Не всегда понятно, это какие-то поведенческие характеристики нового поколения, не всегда понятно уже нам, кто постарше. И изменить это, по большому счету, практически невозможно. Вот вы говорили про современных исполнителей определенного рода и тому подобное. В любом случае, это среда обитания подростков, это их конкуренция между собой, и они в любом случае, в первую очередь, нацелены на коммуникацию друг с другом, потому что они живут большую часть времени уже в голове, как минимум в голове, может быть не физиологически, но в голове они уже проводят в коммуникациях со своими ровесниками. Поэтому для них это соперничество, это по большому счету борьба за выживание. Не в прямом смысле, конечно, сейчас мы не в пещерах живем, но имеется в виду борьба за выживание, конкуренция, понравится, завоевать доверие, завоевать симпатии, завоевать сексуальный интерес. Поэтому в моем понимании нужно просто показывать, как старшему, по большому счету старшему товарищу, старшему партнеру, показывать один вариант, второй вариант и показывать вот этим вот девчонкам, что будет в результате такого подхода, что будет в результате такого. То есть относиться к ним как к взрослым людям, перекладывать по большому счету уже на них ответственность. Хорошо, вот вы говорите давать информацию, говорите, смотрите, будет вот так или вот так. Вот Бейонсе полураздетую или Леди Гагу, я могу ее показать, есть такая информация. Вот она. А вторая какая? Толкунову показывать? А вы уже про нее говорили, о том, что более какие-то лирические вещи, ну, если я так понял, ну, чуть раньше вы об этом говорили, то есть о том, что может быть 2, 3, 4 типа творчества, может быть самые разные разновидности проявления себя в окружающем мире, чтобы ребенок понимал, что и то, и другое доступно. Просто что последует за этим? І останнє запитання, часу зовсім мало залишилось, все ж таки, топ-3 поради від вас і топ-3 від вас найгірші помилки, так, які роблять батьки в сексуальному вихованні, і як їх не допускати? Дуже коротко. Починайте. Я? Так. Перше, повторюсь, довір'я, іскренність, обов'язково чесність і іскренність в спілкуванні зі своїми дітьми. И информация. А ошибки, ну, ошибки, они тоже ярко выраженные, понятные. Это давление родительское, неоправданное требование к признанию своего авторитета. То есть я старше, поэтому будет так, как я решил, или так, как я решила, если это мама. Вот это, наверное, самые распространенные ошибки, которые идут от невежества родителей в этом вопросе. Угу. Ольга? А я добавлю... По поводу тактильности очень важно обнимать и целовать детей, очень важно. 100%. Но есть такие зоны, которые недопустимы, да? Это эрогенные зоны, да, то есть там пяточки, щечки, там губки по желанию, да, целуют, обнимать. Но эрогенные зоны мы не трогаем. То есть родители даже уже более в старшем возрасте дают мочалку, мыло, вот и учат ребенка мыть. То есть для чего это нужно? Для того, чтобы не размывались границы отношений между взрослыми и детьми. Это послужит в дальнейшем, ребенок уже вырастет, он будет понимать, что есть мое тело, я могу сказать «нет». То есть учить ребенка говорить «нет». Когда будет более в старшем возрасте, также научиться вот это «мое тело», потому что среди подростков очень часто они уходят за гараж, да, и о том родители не знают, ну, и начинают друг друга соблазнять. И вот в этот момент девочке очень важно сказать «нет, это мое тело», и не идти на поводу у мальчиков, это научиться родителям рассказывать в спокойной атмосфере, в дружелюбной, о том, что будет момент, когда тебе предложат вот такие вот отношения, да, сексуальные отношения, что сейчас ты не готова, будет возраст. То есть садиться, разговаривать ребенка, когда ты будешь готова к семейным отношениям, к взрослой сексуальной жизни. Это все процесс воспитания дружеских отношений и доверия ребенку. Вот это научиться говорить «нет». От ви знаєте, ви сказали, дівчинка має «ні», але я ще сину своєму в 7 років, уже кажу, Артем, якщо ти хочеш поцілувати дівчинку, бо він там розказував мені, вона мене в щічку, я її теж, я кажу, якщо дівчинка каже «ні», синок, ти маєш розвернутися і піти. Це ні. Не тільки дівчатка, щоб розуміли ні, а щоб і хлопці. Це чисто для, я так вважаю, що Він розумів, що ні, це ти розвертаєшся і більше ти нічого не цілуєш, не обнімаєш, не доторкаєшся, не береш іграшку, нічого. Так що дякую вам, да, значить, я правильно йду. Це правильно. Ми тут все обговорили. І підсумовуючи наш ефір, можна сміло сказати, що предмет сексуального виховання обов'язковий в нашій шкільній програмі. І потрібен він для того, аби діти були підковані у своїх знаннях і не робили дуже багатьох дурниць, які вони можуть робити в майбутньому. Згідно з Анастасією, ми би всі хотіли дізнаватися інформацію від професіоналів, аби знати все так, як є насправді. Тому, батьки, розказуйте все своїм дітям про сексуальне виховання. І, до речі, ви, глядачі, пишіть нам обов'язково в наших соцмережах свої думки, як у вас проходить цей процес. А на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. Так, батьківські збори на ЕКО-ТВ оголошую завершені.